time for your feelings, but you have to admit I already do. Смотрела прямую трансляцию, говорю, я думала, больше не переживаю это такого волнения. Но я, конечно, счастлива это набрать за такую возможность проявлять себя. Приветствую вас, прекрасная Ханна. У вас блестящий наряд, вы сами выбирали? Спасибо, безусловно. Сама придумывала, сама выбирала, шила практически тоже сама. Мои комплименты, я думаю, что сегодня все оценят ваш наряд. Скажите, вы первый раз на этом шоу? Нет, к счастью и к моей радости уже второй. И как сейчас? Лучше, чем в прошлый раз? Больше любви? Любви однозначно больше, людей тоже больше, звука больше, света больше. С каждым годом Беглов шоу растет, и мы вместе с ним. И в этот раз было прям очень эмоционально, очень. Столько людей, все поют твою песню, это прям очень круто. Нет слов, которыми можно описать. Скажите, эмоции. Вот у нас есть несколько вопросов от наших читателей, вы можете на них ответить? Да, конечно. Вы родом из Чебоксар. Тут на «ты», наверное, ребенок. Скажи, как пробиться из региона в столицу? Как начать свой путь к успеху, к исполнению мечты? Безусловно, нужно верить в себя, потому что без этого ни у кого ничего не получится. И, конечно же, нужно понимать, к чему вы хотите прийти. Видеть в голове идеальную картинку того, что вы для себя хотите, и тогда у вас все получится. Просто работайте, верьте в себя и обязательно верьте в свою мечту, потому что это очень-очень важно. То есть, если формула успеха – это вера? Это вера, понимание того, что ты хочешь, и много работы. А в вашей жизни есть любовь на Big Love Show? Конечно, есть. Мой муж сегодня со мной и был на саундчеке, и на моем выступлении. И сегодня целый день мы вместе, поэтому у меня большая, огромная любовь на Big Love Show. Я уверен, вам это помогает выступать и дарить любовь зрителям. Спасибо за интервью. Успехов вас от всех зрителей Fashion Concert TV на Big Love Show. Наши зрители хотели бы задать вам пару вопросов. Например, у вас, несмотря на винтажное название, новый состав. Как вам живется в новом составе, в новом коллективе? Успели ли вы притереться к себе, не намазываете ли зубной пастой микрофоны? Мы более чем притерлись друг к другу. Да. Живем мы прекрасно, друг с другом ладим. Да, мы очень друг друга любим, и это очень здорово. Ну, конечно, не без изъянов. Бываем, цапаемся. Чуть-чуть капризничаем, делим костюмчики, платьица, туфельки, все девчачьи штучки, короче. Как по мне, вы олицетворяете любовь, юность. В вашей жизни она уже есть? Юность еще не кончилась. И как без любви, конечно, любовь есть. Любовь к музыке самое главное. Любовь ко всему. Вообще важно, чтобы была любовь ко всему вообще, в принципе. Это залог и успех. Вообще, залог счастья, в принципе, да. Но сейчас, наверное, вы сконцентрированы больше на карьере, а не на любви. Лично я не могу назвать это карьерой. Это мечта, это жизнь. Я всегда жила музыкой. Все жили. Абсолютно согласна с Настей. Это жизнь, это история. И сейчас у нас началась очень большая, важная страница в нашей музыкальной истории. Я желаю, чтобы ваша книга с этой страницы только начиналась и была многотомной, чтобы вы всегда нас радовали своими песнями. Спасибо большое. Пожелайте нашим зрителям что-нибудь, пошлите поцелуйчики. От винтаж! Какой для вас идеальный праздник 14 февраля? Честно вам признаться, я не считаю 14 февраля праздником, потому что я не считаю, что признаваться в любви – это какое-то событие, которое происходит раз в году. Говорите свою любви, но не один раз.
just break it down. To you and me uptown, dancing all around.